Здорово, народ. Мы продолжаем проходить Borderlands пресиквел. Я немножко улучшил наши навыки. Посмотрел достиженьки и так далее. You found the photo. Cool. Так. If I come home without that, my son would have thrown his feces on the wall. Мой сын бы психанул. Ты знаешь, какие эти 19 лет. Обращайся, у меня для тебя кое-что есть. А, возвращайся. Как дела у твоего сынишки? Супер, у него теперь девушка. Так, ладно, не будем слушать, о чем они там трындят, просто побежим к доктору. А можно вопрос? Что это за прикол? Я их всех перестрелял, откуда они взялись? Отлично. Да, что с моей меткостью? Шляпа. Давай разобьем эту штуку. Деньги и здоровье. Так, и посмотрим, что там еще там какая-то модификация какая-то выпала. Еще один внешний вид лунного глиссера. Так. Все, помер. Так, это все трупы. Это отлично, потому что я думал, это не трупы. Один есть. Еще один, отлично, еще трое. Ну, конечно, те, которые просто пропадали, мне кажется, были немножко получше. Которые становились невидимыми и стреляли. Потому что эти пропадают и телепортируются, короче, они. Да хер его где он? Давай остановимся. На, сука. Так, перезаряжен на здоровяка, отлично. Здесь ничего. Впереди я тоже не вижу ни врагов, никого. А, вот из-за чего я в тот раз замерз, я понял. Опасные вы вещи тут выращивают. Отлично попал. Еще одного убил. Так, он остался один, правильно я понимаю? А, двое. Не угадал. И один вот он. Отлично. Давай, пускай нас. Все, он нас запустил, отлично. Верни мне фотографию, пожалуйста. Держи. Спасибо, это уродливое личико придает мне сил целый день. Вот тебе за труды. И что ты мне дал? Ладно, хер его, что он нам дал. А, вот, да, он еще не дал ничего. Ну, честно сказать, мусор. Я открою проход, но учти, по ту сторону много всяких гадов. Увидимся в офисе. Подожди, я еще тут у тебя не лазил. Ну, это те твари, которых мы только что убивали. Ладно, пока. Так, ну давай. А у вас еще тут и большие живут. Ну, вроде он достаточно меткий даже на дальних расстояниях. Так, там еще один ученый. Так, слышишь? Умри. Теперь ты. Следующий ты.
Вот так, да, значит, ты делаешь? Мразь. Так, уровень маленький. Давай посмотрим, что тут, в принципе, еще есть. Так. Хилочка, отлично. То, что нужно. Еще бы, в принципе. Сюда может выпасть. Вот ты, конечно, крыса. Ты понял кто-то? Так, это фух-труп. В текстурках застряла. Давай уже наверняка сейчас поразбиваем. И ты один остался. Все отлично. Взять, взять. Больше ничего от вас не нужно. Деньги, здоровье у меня есть. Да, я у тебя, чувак. У тебя что тут, пистолеты, да? Да. У него пистолеты, которые мне не нужны. Пошли. Слить воду из аквариума. Подожди, тут синий. Да, синий есть пистолет. Давай. Док, давай, открывай дверь. Torres came up with a lot of advancements in marine biology. Pressure resistance, stuff like that. I mean, it's not that sexy, but his stuff sells like hotcakes on the aquamarine planets. А он там... Он вообще умирать не собирается, или что? Я сейчас не пойму. Так, там он два ящичка есть. Ладно, его тараканы, я думаю, съедят. Не будем тратить на это время. Так, так. Итак, отлично. Давай возьмем пистолет, пошли. Откуда он мне сейчас крикнул? Сверху уже. Ну не, ну. Большой живет. Отлично, патроны, деньги. Патрон для пистолета нам, ой, как пригодятся против этих маленьких уродов. Они быстрые, они виляют. Так, ну все, это ничего не надо для дробовика, и для винтовки тоже не нужно. Так, этого вроде убили там пацаны, да? Ну как пацаны? Нет, он еще отстреливается от кого-то. Или это же он за мной? The board has decided to reverse your termination. You have their ты можешь не кувыркаться, урод. Alright! Pleasure to be working with you again, asshole. Now why don't you go for yourself? Так, мне что-то не нравится, они... I told you so and suck it. Они очень херово убиваются. И я не пойму, собственно говоря, почему. Может, из-за того, что мы не выполняли доп. Задания? А, ты тут! Нет, просто мою голову не попытались, из-за этого херово убиваются. Так, подожди, тут вот я пистолет. Дробовика они легко убиваются. Так, нужно отойти. Щит здоровьишка. Ну, в первую очередь здоровье, я думаю.
и пойти. Я, честно говоря, сейчас только не пойму. Если они наверху, то... Отлично, того убили сразу. Ну ладно, я сейчас вот... Отлично. Ну, теперь надо убегать. Этот умер, но эта мразь меня подожгла. Так, эти два мы еще не открывали. Отлично, то, что нужно. Да, так. Урод. Я не пойму, почему. Снайперка так херовый им урон наносит. В этого ладно, в этого не попал. Блин, мощно она. Даже щит полностью не снимает. Давай уже задыхай. Здесь достаточно много врагов и... Мне это не очень-то сильно нравится. Так, ну он либо догорит, либо я его сейчас добью. И вот последний, да? Он-то даже не один. Ну хоть попадает в голову сквозь эту штуку. Так. Ничего интересного, хорошо. Ладно, к ним надо двигаться, не стоять на месте, потому что они издалека все равно не попадают, не я не попадаю с такого расстояния. Даже. Ну, с такого можно его добить, в принципе. Там еще где-то невидимый лазит, и еще какой-то, как я вижу. Вот невидимый. Отлично. Так, давай возьмем Якобса. И в затылок ему засадим. Ящик. Яков, по-моему, лучше стреляет по туда в голову. Где-то один там наверху, но я не пойму, он у меня по идее не должен быть. Вообще насквозь стреляет, да? Так. Может, ты умрешь все-таки? Отлично.
Так, подожди, надо с них тут... С них тут камни насыпались, так это не нужно, это тоже. Здесь оружие. Так, гранаты не нужны. Ну тут все гранаты. Ящик с гранатами, отлично. Так, вот этот ящик нельзя было пропускать. Какая-то комната тупо с гранатами. Ну ладно. Ее преодолели. Так, сохранялочка. А здесь мы сейчас сделаем вот так. Отсосали воду. Пошли дальше. Но я так думаю, на обратном пути я не должен никого встретить, правильно? Так, хорошо, что я не упал, потому что я не думаю, что... Где ж ты, сука, стоишь, стреляешь? Ой, ладно, короче, пошел нахер. Не буду заморачиваться насчет него. Сейчас, может, где-то сдалека я его увижу, в принципе. Застрелю, чтобы он тупо не мешал. Потому что прям аж бесит вот это пиу-пиу-пиу. Что-то там пытается, но... Ну, не сильно получается у пацана. Не, не вижу. Все равно не вижу. Вот эти ящики, я, кстати, вообще не заметил, что они есть такие. Ага. Ты все-таки решил спуститься, да? Ура. Дождался, пока все твои сдохнут и спрыгнул. Теперь ты умираешь. Умираешь, я сказал. Подожди, он взорвется? Не, не должен. Ну там ничего с него не выпало, поэтому нужно бежать обратно полностью и через аквариум. Так. Бесполезная хрень. Так, куда-то сюда, я правильно понимаю? Не совсем... Да, правильно, вот сюда мне. Стрёмная рыба. Так, воду слили, значит, вот тут вот. Ну, я думаю, я вполне правильно иду. Вот эту хрень разобьем. Ее надо было разбить, я думаю, чтобы вот эта маленькая мразота не стало неожиданным сюрпризом, скажем так. Так. Я здесь. Ты тут орешь постоянно, что тебя спасать надо. Открывай ящик. Да, ну вы серьезно? Я что, зря... Зря спас... В смысле? Я же открыл. Я думал, я открыл. Или может оно здесь? Нет, оно выше показано. Ой, твою мать. Ладно, побежали. Гранаты не нужны, все это не надо, мусор. Или не мусор, ну как, пока что не нужно. Я тут, значит, блудил, бегал, не понимал, воевал. На, ну, открыл вроде. А, ну, сука, не открылась, ты прикинь. Ладно. Вернемся, что там? Там никого нет. Ну, вроде как. Вроде как всех перебил, даже этого уродца, который наверху был. Да, вот он до сих пор горит. Ненужная штука.
Как же долго здесь бежать? А, ты еще так застреешь, да, когда надо прыгнуть? Классно. Я, честно говоря, не пойму, почему. Блин, звуки такие бульканьи. Почему он не открылся, когда я аж подходил к этому, к этой штучке? А-а-а! Ё твою мать. Так, давай я не буду пока прыгать. Ага, вот он. Так. Hey, got your teddy bear. You'll be out of here in no time. Давай, открывай. Королева торков. Ну не, ну это подстава, слышишь? Ну, за счет нее, в принципе, воскреснем. А не сильно упорола, наверное. А, ну да. Я думал, в этого маленького сейчас пол игры буду пытаться попасть. Ну, пол серии. Ладно, давай, открывай. Ты не хочешь меня запустить? Так, вернуть игрушечную мишку. Да, забрай. Спасибо за медвежонка. Ты мне не так страшен. И сейчас пущу тебя в следующий блок. Ну, я так понимаю, он немножко ёбнулся. Сюда, да, значит, мне? Ну, может, ты меня пустишь всё-таки? Я думал, это какая-то херовина опять. Так, пистолет, снайперка, пистолет, здоровушка. Надо все сейчас исследовать, пока не восстановим здоровье полностью, потому что мало ли опять эти мужики. Так, винтовки. Белоснежные пронзающие. Я так понимаю, это... Ай. На холод оружие. Стоп, подожди. Погоди, подожди. Здесь же... Было много хилок. Не, нету. Все пропало. Все пропало. Умер пацан. А, подожди, здесь много. Он один. Пахивает подставой. Еще один, двое осталось, да? Еще один. Все, это тоже умер. Здоровье. Отлично. Все, здоровье забрали, все. Для дробовика патроны. Куча опять каких-то соплей. Еще здоровьюшка. Я уже слышу доктора, как бы, которого нам нужно спасти. Ученых. Я так предполагаю, он прям. Так. Привет, в общем, я бы сбежал, но уронил свой пропуск, и его съел живоглот. Может, найдешь его и вытащишь меня отсюда? Уронил пропуск? Я думал, ученые, типа, умные. Эй, я защитил степень по использованию иридия, а не по предотвращению падения пропусков. В моем колледже такого курса не было. Да уж, так... Растяпа. Так, ну тут, в принципе, снайперка и все. Пошли искать
пропуск этого придурка. Так, сохранились, отлично. Сюда. Да, Грейсон забрал разные штуки для маскировок, которые в частности сибирянских снайперов. Только представь, они занимают позиции, становятся невидимыми, и бац. Враги не будут понимать, что их убивают. Это будет охренительно. Ну да, Джек, все, конечно, хорошо, но я, конечно, не подстрекатель, но было бы, мне кажется, лучше, если бы твои доктора не теряли пропуска. Отлично. А вот и нет, я видел тебя. Да ну не издевайся надо мной. Вот так вот, отлично. Да, вот тогда, ну тут надо, да, искать. Ну ладно. Одного убил, отлично. Второго убил. Естественно, два выстрела, ни одного в цель. Так, 19 уровень. Пошли дальше. Их тут еще как минимум трое, по-моему. Мне ж ничего из этого не ничего. И тут тоже ничего, да? Ну, пошли. Деньги мы взяли. А, я понял, это главарь. Попал. Но все равно эти лучше, чем те, которые испаряются. В эти хотя бы, когда их не видно, урон можно наносить. Отлично убили одного. Давай, Якобс. Боюсь, ты перепутал. Ты прикинь, урод. Не думал, что он сможет пули отбивать. Так, это мусор, так. Нашел пропуск, отлично. Куда дальше? Говно снайперка. Несмотря даже на то, что она наносит больше урона, чем моя. Ну ладно, пошли. Вернем ему пропуск. Поможем ученому. Так. Отлично. Ученый. Давай все откроем, все посмотрим. Отлично. То, что нужно. Вот как раз у меня для дробовика закончились патроны. Урон 1264. У меня есть. У меня голубенькая, я думаю, она покруче будет. Так, патроны на дробовик. Здесь пистолеты, да? Пистолеты и немножко патронов. У патронов прям немножко. Ладно, пистолеты, мусор все. Отлично. Is that a cloaker? Yeah, I made it out of stalker glands for Jack. Even made it look like his pocket watch. Специально для Джека. Whoops. Whoops.
Так, маскировочное nice устройство. Man, I've got a mild case of the shivers. Thanks for rubbing it in. Y'all are jerks. You did great. Молодец, и вместе мы сможем открыть. Он понял. Я понял, я туда не могу, да, пойти. Ладно, подожди, давай посмотрим. Поворот налево, поворот направо. Налево, направо, налево и там, где надо, все. Пошли. Сюда. Все, Гелиоса, мы же отключим глушилку. Искателям хранилища все равно приходится спасать вас, чтобы вы могли выбрать защиту без обид. Зарпедон может быть еще один, более слабый под этих сигналов, к тому же у нее. С теми безопасней. Так. Мы попали как бы сюда, и что-то мне не нравится количество врагов здесь. Тут двоих положили. Отлично. Естественно, ты отпрыгнешь. Ублюдок, мать твоя. Ну, сука. Хорошо. Сейчас по-другому сделаем. Наверное. Или же мне не надо никуда... А, тебе мне никуда не надо. Не надо с этими уродцами воевать. Правильно я понимаю? Да. Отлично. Просто нужно было сдохнуть, чтобы попасть в кофе за загутяку. Пошли. Блин, сколько этих железок здесь бесполезных, которые просто где-то стучат. Что-то делают, что-то пытаются и так далее. Эй, Джеки! Так, отлично, офис Джека. Пошли к Джеку. Привет, Роланд. Вот и поговорили. Так. Знаете, каково это притворяться, Джеком? Не хочу. Ученые только что отключили защиту лазера. Осталось только уладить одну вещь перед тем, как я отпущу вас. Сейчас объясню. Отдать Джеку маскировочное устройство. Держи. Оптический камуфляж? Спасибо, док. Благодаря тебе я все еще жив. Огромное спасибо. Нет, это вы молодцы. Вы молодцы. Вы разблокировали защиту этого здоровенного лазера. Сейчас мы пойдем его отключать. Но я... вызову собственный спасательный шаттл, чтобы вывести вас в безопасное место. Искатель, нажми вон на ту кнопку. Что? Чего? Что один из вас может быть шпионом Зарпедон? Может, я сказал может. Сотни невинных жизней в опасности, ребята, я не могу рисковать. Еще один раз попадусь на обман, то сам виноват, если же попадусь. Вот все ученые. Могу сказать, что мне очень жаль. Джек, не надо. Первый, второй, третий. Пожалуй, понравилось. Короче, давай поговорим.
Путь к глазу Гелиоса свободен. Проберись туда через внутреннюю обшивку и активируй станцию быстрой загрузки. Мог отключить его, Роланд или Лид, вы остаетесь здесь и обороняете мой офис. Возможно, нам придется нелегко. Роланд, он же только что убил, но план хорош. Увидимся, когда вернешься. Если бы я не выкинул этих ученых, один из них мог включить защиту комплекса, как раз в тот момент, когда вы проходили через нее, и вы его поджарились. Я в жизни не видел такой сексуальной штуки. Хорошо, когда у тебя голова на плечах и здоровенный шлёз. Так, наука. Давай заберем награду. Винтовка или П. Три подмоги. Добраться до тоннеля, ведущих в вены Гелиоса. Но он... Ну такое, почему у нас четверо, а работаю только я? Мне это не по нраву. Давай отправимся туда в следующей части. А на этом, пожалуй, мы закончим. Всем спасибо за просмотр. Пока.